этом году мы решили все-таки наших животных не беспокоить, в интересах же их самих, так как они у нас пока глубоко спят. Если говорить о прежних предсказаниях наших сурков, то, в принципе, они никогда у нас не ошибались. Да, все сбывалось. То есть, если у нас там по прогнозу сурка весна была ранняя, то, соответственно, она у нас была ранняя. Если затяжная, то затяжная. Вот, в этом году будем полагаться на прогноз все-таки профессионалов и метеорологов, вот, так как пока наши сурки находятся в спячке.